Ну что, по традиции, всем привет. Меня зовут Алекс, я арт-лид в маленькой геймдев-студии Shipyard Games. И на нашем сервере CJ Llama проходил конкурс дейликов. То есть три раза надо было выложить обновление по заданной теме, как продвигается твоя работа. И финал судится открытым голосованием. И, соответственно, у нас вот сколько сегодня? 7 работ. Некоторые выкладывались без конкурса, включая меня, вне конкурса. Но мы, я думаю, что сегодня рассмотрим всех. Пофидбэчим. Ну, на всякий случай. Я всегда оговариваю это в начале, но тем не менее. Все, что я сегодня буду говорить, это мое субъективное мнение. Мнение одного человека. Не обязательно принимать его за истину. Сколько людей, столько мнений, все любят разные вещи. Какие-то части фидбэка будут вообще вкусовщиной, как нравится лично мне. Я занимаюсь казуальной графикой, я делаю обычно ярко, контрастно, сочно, стараюсь изо всех сил во всяком случае. Поэтому если вы в своей работе преследовали что-то другое, игнорируйте ту часть фидбэка, которая будет вкусовщиной. И в остальном, да, пишите вопросы, если будут какие-то вопросы, если кто-то, может быть, хочет начать, а кто-то вызваться, кто храбрый, кто готов. А если нет, так и ты будешь храбрым. Хорошо. Тогда давайте тогда будем по алфавиту, как Windows решил, правильно, и никого не будем обижать. И сразу прошу прощения у всех, чьи ники я ужасно исковеркаю, потому что некоторые ники загадочные, поэтому так. Поэтому получается, что первый у нас Контюни. Я бы предположил, что так этот ник читается. Контини, может быть. Так, первая работа. Естественно, у всех уровень разный. Кто-то начинающий, кто-то профессионал, кто-то давно работает, кто-то нет. Поэтому будем по каким-то очень общим моментам, независимо от того, какой у вас уровень, который, возможно, пригодятся всем. Так вот, естественно, да, уровень у всех разный. Здесь, скорее всего, работа относительного новичка. Что хочется выделить? Во-первых, очень неожиданную композицию кадра. То есть непонятно, что, на что конкретно смотреть, на что обращать внимание, куда двигаться. Сначала я, наверное, смотрю вот на этих пиратов, а я так понимаю, что тема дейликов была домик рыбака. Рыбака я тут, кстати, наверное, не вижу вообще. Или вот этот персонаж, который страдает на кресте. Может, рыбак. Поэтому выстраивайте кадр, чтобы главное было в кадре главное. А вторичное было вторичным. То есть, например, вот эти ребята, они могли бы быть где-нибудь подальше, где-нибудь сзади. Домик вытащить вперед. Используйте композиционные центры. То есть можно, если прям вообще не уверены в себе, можно поставить по центру предмет, который самый важный. Если чуть-чуть интереснее хотите, используйте правило 3. То есть это когда ваш холст, ваш экран делится на три сегмента. И вот, например, левая нижняя треть или правая верхняя треть могут быть замечательным композиционным центром, или просто линия третья может быть хорошим композиционным центром. Дальше. Прям рисовать поверх этой работы я, скорее всего, не буду, потому что здесь много такого, что в 2D будет проблематично исправить. Свет здесь, судя по теням, падает сзади. Вообще, так делать не воспрещается, не возбраняется, но пользоваться этим надо уметь. Особенно в случае с лоу-поли, когда геометрия очень рублена, и rim light, вот этот задний свет, поймать очень тяжело, недостаточно геометрии для этого. Задний свет очень странно читается, то есть все, что я вижу, по большей части это тень, а света я практически не вижу вовсе. Поэтому лучше использовать в 3/4 откуда-нибудь слева сверху. То есть, если, опять же, если вы в себе не уверены, использовать дефолтные какие-то решения, популярные, расхожие, это неплохо, это нормально. Они расхожие и популярные, потому что они работают. Что еще хочется обратить внимание? Если вы вдруг сделали какой-нибудь пропс, вот, например, пальма есть у человека,
Хорошая лоупольная пальма, видно, что ее даже руками там загнули, чуть-чуть геометрию, чтобы поинтереснее у нее силуэт был. Не копируйте вы один и тот же пропс 8 раз. Это сразу, ну, во всяком случае, я сразу замечаю, что вот это идентичные копии той же пальмы с тем же наклоном, с тем же скейлом, все то же самое, то есть их просто размножили. Поверните, что-нибудь закривите посильнее, скейл поменяйте. Ну, как-то чуть-чуть, чтобы интереснее было все это рассматривать. Что еще? Домик с интересными пропорциями. То есть он, наверное, подразумевался вроде как на сваях, на каких-то деревянных. Но масштаб деталей очень странный. То есть окошко очень маленькое, очень в нем мелкие детали. И в то же время вот эти сваи, они прям колоссальные кубики огромные. Считается немножко странно. Опустим религиозную составляющую вот этого, вот этой части работы. Но я сейчас покажу вам лайфхак, как быстро и здорово делать огонь. Потому что вот это сейчас выглядит как просто какое-то оранжевое пятнышко. А на самом деле огонь, особенно в Иви, это же Иви. Я думаю, что это Иви, да, ведь вряд ли это суслик. Да, на Иви больше похоже. Хотя вот тут шумы какие-то. Посмотрим. Сейчас я вам покажу, как делать очень хороший, очень легкий огонь в Иви. Делаете сферу и создаете для нее новый материал. Делаете его emission, делаете его, естественно, vertex color, то есть ставите атрибют, пишите туда O, переходите в покраску вертексов. И красите его каким-нибудь цветом огня, например, от хорошего красного до хорошего оранжевого. Вот таким вот образом. Красите. Потом переходите в настройки рендера, включаете Bloom. И убираете дефолтный Filmic Color Manager. Ставите стандартный туда. И можно еще сразу прозрачный задний включить. Вот это не вовремя. Что у нас получилось? У нас получился вот такой шарик. А теперь у Shader Emission есть параметр сила Emission. Ставите туда 8. Видите, как Bloom начинает работать? А потом берете, выделяете верхнюю точку, включаете пропорциональное редактирование. Точнее, давайте еще подкрасим. Вот верхний свет, он может быть даже еще более белый. Вот так вот. Да? Да, вообще, чтобы прям пробивало. Включаете пропорциональное редактирование, ставите рендом и делаете вот так. Смотрите, какая штука классная получается. И потом это еще можно потягать, верхние вертексы можно еще подкрасить вообще каким-нибудь прям ярким-ярким светом. И вообще будет у вас прям, ну, чтобы рыбака-то поджаривало как следует, а не просто на тряпочке оранжевый. Вот такая штука. Можно очень легко и быстро сделать. Если что, пришел, я тебе микрофон включил. Если какие-то вопросы есть, мама, можешь задавать. Так. Да, если что, спрашивай. Ну, и все по цветокору, конечно, все немножко выглядит чуть-чуть излишне зеленым. Как-то вода зеленая, корабль зеленый, пальмы зеленые. Все довольно зеленое. Мне кажется, что можно было бы чуть-чуть это как-то, ну, там, урезонить, увести в какой-нибудь другой цвет, чтобы оно все было, не знаю, там, более теплым на свету, тем более там вроде какие-то пески добавить, вот желтого, красного, ну, то есть оттенки привести в норму. Еще один момент, который прям меня триггерит, это вот этот. Я понимаю, что для кого-то это может быть сюрприз или мелочь незначительная, но вот такие штуки, они называются касания. И когда у вас что-то касается почти пиксель в пиксель, края холста, две каких-то формы больших, это прям, это не очень хорошо. Этого лучше избегать. То есть или уж наслоили как следует два объекта, или уж раздвинули их. Особенно учитывая, что оставили дефолтный серый задник блендеровский. Можно, естественно, было и небо добавить, и еще что-то. Но вот это касание его так сильно хорошо видно, лучше от него избавиться. Поэтому я замечу, не единственное касание, еще касание прям слева от него, у пальмы вот это еще касание. О, боже. Пальм с рукой, еще касание хвоста рыбы с рукой Александра Пистолетова. А, слушай, точно, это же Пистолетов, я только сейчас его признал. Да, это Пистолетов, действительно. Да, касаний здесь много, от них, от всех я бы рекомендовал избавиться. У меня вообще такое ощущение,
что вот этот корабль, он как бы висит в воздухе перед камерой. Я не знаю, так задумывалось так или... А, все, хорошо. Я думал, что может быть просто, если тени никакой нету на воде, может он на самом-то деле на воде. Поэтому попробовать сделать более дефолтную композицию, попроще, выставить более дефолтный свет, чтобы начать с него, желательно не со спины камеры, а наоборот, со взгляда камеры, там, в три четверти. И я думаю, что работа бы заиграла новыми красками. Хорошая попытка. Будет просто серьезно поучаствовать в конкурсе, а не потроллить этого, как раскудрить. Ну, я, видишь, мне сложно понять, что троллинг, что нет, поэтому я просто даю фит, как бы слушать его или игнорить, это решайте сами, ребят. Поэтому как-то так, пистолетов прекрасный, пистолетов прям чудо как хорош. Ну что, какие-то вопросы есть или к следующей двинем? Следующий двинем. Да, давай к следующей. Хорошо. Так. Следующий у нас Грифон. Грифон у нас победитель, да? Да ведь? Да. Я не галлюцинирую. Грифон у нас победитель. Работа хорошая. Работа мне нравится. Здесь очень много очень интересных деталей. Видно, что вложено много сил, много терпения, опять же, наверняка много внимания уделено референсу изначально, по референсу уже, да, делал? Да. И мне нравится. Здесь есть очень хорошие моменты, которые делают... Например, вот, опять же, я сейчас по мелочам пойду, но тем не менее. Лоупольная геометрия, она от стилистика, она от обычной отличается, собственно, акцентом на острые грани геометрии. И вот когда я вижу вот такие вот штучки, например, вот как на вот этих ступеньках, смотрите, как классно они замяты уголки. Наверное, Ctrl-Shift-B вертекс имел угловые и отодвигал потом. Именно так. Да. То есть вот, смотрите, отлично прям. Очень хорошо замят. То есть не просто bevel дефолт не накинут, потому что когда делают лоу-поли, но используют дефолтную геометрию, например, берут и экосферу просто ставят, это сразу читается. Я, опять же, это сразу замечаю, что это дефолтная экосфера. Мните вертексы, двигайте их, если вы делаете лоу-поли, естественно. Ну, то есть ручное внимание к объекту моделинга, это всегда очень-очень-очень хорошо. По моделингу у меня бы здесь не было вообще, наверное, никаких особенных вопросов, кроме того, что может быть кое-где чуть-чуть излишне много геометрии. То есть часто так бывает, что если какой-нибудь пропс моделится отдельно в сторонке, а потом вставляется в сцену, такое случается, что я не знаю, так ли это было. Что, например, вот рыбки, да, если они смоделились чуть-чуть в стороне, а потом вставили в сцену, вы можете упустить вот эту, насколько... детализация должна быть насыщенной, насколько детали должны быть читабельны по сравнению со всем остальным. Поэтому лучше делать в сцене. Я иногда даже как делаю. Например, я бы мог вот этих рыбок развесить, причем они могут быть со скейлом, повернуты еще как-то. Ими манипулировать неудобно. А потом я делаю через Link Duplicate, я делаю вторую рыбку где-нибудь уже сбоку, и на ней могу красить, могу двигать вертекс и делать что-то еще, и чтобы мои изменения сразу копировались в сцену. Это очень удобно. А, с рыбами может быть... вообще интересная история была. Я каюсь, я взял со стоков хайполи рыбу и заретопал ее просто под лоу-поле. Нормальный план. Я для лоу-поли очень часто децимейтил просто какие-то крупные объекты, и как бы ничего страшного. Поэтому, мне кажется, может быть, кое-где размер деталей чуть-чуть не выдержан. Например, вот там леска, или вот здесь вот там сачок, или еще что-то. Чуть-чуть можно более стилизованно, чуть-чуть крупнее. Ну, в общем и целом, по моделингу респект уважуха, мне очень нравится. Особенно, вот, да, вот это внимание к лоупольности, к стилистике дейликов, это очень круто. Косяк с рендером, который, я так понимаю, что Грифон уже сам заметил, сам понял, но тем не менее, то есть контраст, скорее всего, выкрутился, может на постпроде, может на рендере. Но контрастность у изображения очень высокая, и я полагаю, что здесь у тебя пробитие почти в черный цвет. Да, вот вы видите, как там скачет шарик цвета, и он, ну, то есть опасно близок к черному. Чисто черный и чисто белый, если это не ваша художественная задумка, их лучше избегать. И такого сильного контраста, может быть, лучше не делать. Особенно учитывая, что как бы это на воде, там все, скорее всего, бы отражалось, переотражалось, и яркий солнечный день.
Я полагаю, что на воде таких черных теней бы, наверное, не было. Я это исправить, прям исправить, конечно, могу попытаться. То есть это бы лучше с изначальным изображением работать. Но вот, например, у вас есть в Photoshop Shadows and Highlights. Вы можете здесь вот видеть, то есть тени. Он собирает все самые темные участки и пытается их вытянуть. Но если они практически абсолютно черные, у него просто нету данных, с которыми работать. Но, тем не менее, вы можете чуть-чуть вот так вот попытаться подвытянуть. Естественно, изображение самую капельку выгорает, но тем не менее. Можно делать даже корректирующий слой, brightness и contrast. И, например, даже можно потом постфактум контраст чуть-чуть урезонить. Видите, он самые яркие, самые темные участки приближает друг к другу. Не знаю, может понизить яркость, например. И потом уже можно вернуть чуть-чуть сатурации. Методов цветовой коррекции очень много, все пользуются разными, ну, то есть как-то так. Естественно, тени высветлить, это было бы очень-очень здорово. Потом, мне кажется, что вполне себе можно было бы добавить какую-нибудь пену по воде. Мне кажется, что это было бы очень к месту и выглядело бы хорошо. То есть сейчас я... сделать, то есть также какой-нибудь ломаной геометрией и каким-нибудь ярким не белым цветом. То есть мне кажется, что что-то подобное могло бы вполне прокатить. И мне как будто не хватает чуть-чуть воздуха, что ли, пространства в этой картине. То есть я вижу очень далеко море, но сама моделька, она чувствуется как миниатюра, как будто игрушка. Это неплохо, но, например, если вы хотите добавить чуть-чуть воздуха, чуть-чуть чувство пространства, можно вот со стороны источника света, мне кажется, я это на многих фидбэках делаю, можно со стороны источника света добавлять вот какой-то градиент солнечный, потому что солнце где-то с той стороны, и оно частицы воздуха подсвечивает. То есть мы про это не думаем, но наш взгляд привык это воспринимать. И ставите какой-нибудь там, я не знаю, скрин, допустим, да, и вот... чуть-чуть, только, естественно, все это очень аккуратненько, легонечко. И вот, смотрите, море даже подсвечивается очень приятно с той стороны. Но в остальном, мне кажется, что... Ну, то есть, да, здесь в основном это цветокор и контрастность. То есть, очень сильно перекрученная контрастность. Ну, и, может быть, да, у некоторых моделек чуть-чуть бы можно было более стилизованно, более грубо. Но... Да, внимание к деталям, на мой взгляд, эти минусы перекрывает. А рендер всегда можно новый сделать, правильно? Ссылочка поэтому... на сессион в описании. Да, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Поэтому Грац, отличная работа, мне очень нравится. Что-нибудь хочешь обсудить или будем двигаться к следующей? Да, слушай, мы с тобой уже столько обсуждали эту работу, так что нет. Хорошо, понял, принял. Так. Двигаемся дальше. Just for I, я думаю. Так, он у нас тут есть или нету? Честно говоря, не вижу. Ну ладно, если, может быть, подойдет. Нету? Нет, не вижу. Здесь в Финляндии Just нету буквы J в алфавите, и она произносится как Y, то есть здесь Just — это Jazz, и прям меня это страшно тревожит. Извини, off topic. Just for I. Еще на этапе блокинга мне работа очень понравилась. Мне показалось, что это очень интересная задумка. Но когда работа дошла до финальной стадии, эту задумку очень тяжело понять и уловить. Здесь есть много факторов, которые на это повлияли. Но основной — это, на мой взгляд, не самый удачный ракурс и не самый удачный выбор материалов. То есть, если кому непонятно с первого взгляда, то здесь старый военный разрушенный корабль, наполовину поломанный. И из него сделали вот типа домика какого-то стационарного. Отличная идея, интересная стилизация, но эту идею очень сложно уловить. Это надо прям сесть и прям вот попытаться переварить, а что, собственно, происходит на картинке и почему там это происходит, и что там изображено. Очень жаль, потому что мне кажется, что можно было бы сохранить из изначального блокинга, там лучше передавалась эта идея. Ну, давайте начнем потихонечку. Во-первых, естественно, кадрирование. Кадрирование странное, потому что, по сути, что нас интересует в этой работе? Вот этот кусок. То есть вот это вот все,
оно вообще никакой информации не несет. Негативное пространство в некоторых работах, оно нужно. Вы даете воздух, даете пространство, делаете композицию какую-то. Конкретно здесь с этим просто эрибор очень серьезный, поэтому я бы, конечно, кадрировал, если мы сохраняем изначальный размер, я бы, то есть, скадрировал как-то, ну, может быть, предположим, что вот так, даже если хочется прям скалы все равно оставить и чуть-чуть опустить. И вот, и уже, естественно, гораздо больше можно лучше рассмотреть детали. Воду бы можно было, так, сейчас я стилус возьму. То есть воду бы можно было, соответственно, может быть, даже продлить в край, и это бы не помешало. Чтобы не чувствовалось, что у вас там плейн обрезанный. Да. Как-то так. Опять же, оставлен, так же как на работе Contini, оставлен задник дефолтный, блендеровский. И я бы, конечно, менял это на что угодно. То есть абсолютно все, что угодно, будет лучше, чем самый-самый дефолт. Поэтому, скорее всего, я это прямо поправить здесь не смогу из-за блума. Сейчас я посмотрю. Может быть, мы это как-то быстренько сделаем. Да, я думаю, что быстренько мы это сейчас сделаем. Давайте возьмем лассо. Удалим то, что нам тут лишнее взялось. Добавим пропущенное. Конечно, особенно когда долго делаешь работу, привыкаешь к этому серому заднику, но использовать его совершенно не обязательно. Можно быть посмелее с этим. Так. Ну и серьезно, то есть абсолютно любой, какое бы вы там небо не решили сделать, я думаю, что оно бы смотрелось все равно поинтереснее и получше, чем просто вот этот дефолт. Поэтому предположим, что мы сделаем что-нибудь, я не знаю, ой, куда-нибудь оттуда светит свет. Да, то есть на задниках засветы стараемся делать с той стороны, откуда наше цифровое солнце светило. Я полагаю, что оно светило оттуда, судя по вот тени от трубы. И то есть вот сейчас единственное, что прям, на мой взгляд, плохо влияет на эту работу, это вот то, что практически невозможно сочетать, что здесь происходило. Моделинг приятный, детали крупные, хорошие, интересные, стилизованные. Геометрия интересная, но невозможно понять. То есть, например, вот здесь мостки какие-то, да, на воду идут, и они сделаны вот этим желтым материалом. Зачем палуба у вот этого железного, скорее всего, военного корабля, да, она тоже этим материалом. Я путаюсь, мне непонятно, вот это и вот это все одним материалом, все сливается воедино, мне очень тяжело разобрать, что я смотрю. Поэтому, например, можно было бы палубу военного корабля, да, ее бы можно было постараться отбить каким-нибудь другим материалом. Я, естественно, делаю это грубо, но просто чтобы показать смысл. И тогда, возможно, бы уже читалось получше, полегче. То есть вот это кусок корабля отвалился, но чтобы в это вникнуть, это надо прям вот пару минут потратить на рассматривание работы. И, к сожалению, в текущих реалиях, куда бы вы работу свою не выкладывали, а и даже если это для продакшена, нету такой роскоши. Нету внимания ничего на 2 минуты. К сожалению, надо очень быстро, чтобы люди посмотрели, поняли, что там вообще у вас происходит, поставили лайк или сыграли в контент и пошли дальше. То есть, может быть, например, каким-то другим цветом. Сейчас спорить со скалами, то есть тоже не самый удачный вариант. Или, может быть, просто поменять бы ю чуть-чуть, да, и там сделать, я не знаю, другого хотя бы оттенка дерева. Или, ну, в общем, как-то так. Может быть, вот, например, там. То есть, чтобы я понял, что вообще вот эти два куска принадлежат друг другу, а вот эта часть этому куску не принадлежит, чтобы мне начать вообще переваривать, что там происходит. То же самое, например, вот с иллюминаторами. То есть, почему у деревянных подмостков, вот этих каких-то свай деревянных, тот же самый материал, что и у иллюминаторов корабле. Я путаюсь, мне тяжело это все понять, что из чего состоит, что из чего сделано и что к чему принадлежит. Поэтому это бы тоже я вот сделал совершенно другим материалом, собственно. Да. То есть это взять и просто дать другой хью,
И я бы уже, мне бы уже начало проще переваривать, что они не деревянные, что это вот относится к кораблю. Очень мне не хватает цветных вариаций каких-то. Я понимаю, что изначально, наверное, человек хотел делать с текстурами, я предполагаю. Ну вот какие-то просто, что, например, вот эти мостки, они сделаны из деревяшек. Как мне понять, что они сделаны из деревяшек? Есть какие-то особенные характеристики у подобных вещей, которые я ищу взглядом, чтобы понять, что это деревяшки? Например, что они будут там чуть-чуть, я не знаю, разного цвета, чуть-чуть разного оттенка, чтобы мне понять, что они набраны из досочек, да, из маленьких, например, да, то есть вот. Вот таким образом, вот, например, у грифона, да, досочки все там разного цвета чуть-чуть, чтобы я понял, что это полосатое, что это из досочек. Очень не хватает каких-то тоже вот трещин, потому что дерево почти всегда потрескавшееся, то есть, когда вы делаете стилизованную графику, вы используете клишированные особенности материалов и объектов, чтобы сразу понять, может, какие-то трещинки добавить, что-то еще. Чтобы сразу считывалось, что это, например, деревянные мостки. А вот это не деревянные мостки, это военный корабль. То есть разделить их. Ну и цветокор тоже. Цветокор — это, естественно, вообще очень такая большая тема. Вот тут много вкусовщины, каждому нравится свое. Я бы, наверное, чуть-чуть это все поменял. И, может быть, даже чуть-чуть контраста накину. Но вот хоть и с цветами, например, с композицией стало получше, все равно разобрать, что здесь происходит, очень-очень тяжело. Жаль, потому что классная идея, классная задумка, хороший моделинг, хорошие формы, прям крупные, смелые, стилизованные. Мне очень нравится. Просто чуть-чуть бы другой ракурс, чуть-чуть другой выбор материалов. И все, я думаю, заиграло бы новыми красками. Так, хорошая, приятная работа. А в чате нет человека? Нет вопросов? Человека нет, вопросов тоже. Понял, принял. Давайте двигаться дальше. Вы, ребят, если что, не стесняйтесь, задавайте. Да. Для тех, кто подошел, все вопросы задаются в D1 чат голосовой текстом. Так, Роман КД. Вот он здесь точно был. Сейчас я Хорошо. Его найду. Вот он. Все, Роман, ты можешь говорить. Если захочешь. Не обсуждать. Мы не настаиваем. Работа класс. Мне очень нравится работа. Она очень приятная, стилизованная, интересная. Мне нравится цветовое решение. Мне нравится композиция. Очень приятная, хорошая, уравновешенная. Ничего никуда не падает. Задумка прикольная. Со всех сторон работа очень-очень хорошая. То есть здесь тоже у меня были бы вопросы в основном, наверное, к рендеру и, может быть, чуть-чуть к постобработке. Потому что моделинг приятный, точно те же вещи, которые мне очень понравились у Грифона, я вижу и здесь, что человек руками помял геометрию, чтобы ее было видно, чтобы на нее было интересно смотреть. Вот эти вот все детали, трещинки и прочее. Здесь много интересных, хороших цветовых вариаций. Видите, досочки разного тона. Интересная геометрия вот у острова, у самого, что не дефолтная экосфера, она какая-то прям вот необычная, там много интересных деталей. Не возьмусь, как это сделано, может, со скульпченной, потом децимейтом. Как-то так. Ну и да, в общем и целом выдержан размер деталей, может быть, в некоторых моментах. То есть, вот, например, смотрите, прищепки на трусах классно сделаны. То есть, это крупно, это просто кубик, но это читается, это понятно, что это прищепка, она очень стилизованная, крупная, прикольная. Но в то же время крючок очень близок к реальному, очень тоненький, очень маленький, его можно было тоже как-то вот прям кубиками решать. Единственный момент, что у меня немножко взгляд плавает по картинке, как-то вот ни за что не цепляется. Я бы предположил, что это из-за особенностей света, потому что свет получилось, что идет отовсюду и ниоткуда. То есть он такой, знаете, как айфоны для рекламы фотографируют, их ставят в white box, так называемый, то есть белый ящик, который весь светится со всех сторон. И то есть как бы все равномерно подсвечено, как в студии. Это неплохо для некоторых задач. Конкретно для такого стилизованного рендера, мне кажется, что было бы лучше, если бы направление света точно читалось, и если бы
были поинтереснее тени. То есть, если мы вот в ЧБ переведем, оно все такое нейтрально светлое, видите? То есть, нету каких-то очень ярких контрастов, нету практически теней. И мне кажется, что чуть-чуть другой свет это мог бы поправить. То есть, во-первых, я бы чуть-чуть, может быть, вытянул контраст, самую капельку. Когда вы увеличиваете контраст, также повышается сатурация на цветах, то есть цвета становятся чуть-чуть ярче, поэтому приглядывайте за этим. После этого, может быть, надо чуть-чуть убирать saturation. И давайте попробуем. Это, конечно, будет грубовато, но тем не менее. Вот представим, что свет бы падал откуда-то вот оттуда справа, и что вот у этих вот всех домиков и у прочего у них бы была яркая, читабельная тень. Мы сейчас ее сделаем, она не будет физически правильной, естественно. То есть мы делаем дополнительный слой, multiply, и градиентиком что-нибудь вот такое. То есть вот чтобы они отбивались, мне кажется, что это бы сразу облегчило восприятие геометрии и работа бы могла стать поинтереснее. И вот даже вот эта сторона, например, могла бы еще быть темнее. И так поступить вот со всем, то есть, например, чтобы вот, каких-то вот... Вот видите, от этой штуки от нее вообще тени нету. То есть она как будто немножко в воздухе висит. Если бы от нее была относительно резкая тень, мне кажется, что геометрию воспринимать при таком подходе чуть-чуть полегче. Или вот, например, вот таким образом. Так, вот так. Видите, то есть, если сейчас мы все это объединим и переведем в ЧБ, то есть вот добавляя какие-то контрасты поярче с тенями, можно было бы чуть-чуть подвытянуть. И опять же, может быть, что это художественная задумка, что все такое очень нежное, нейтральное, пастельное. Не берусь судить, это, естественно, может быть вкусовщина. Еще один единственный момент бросается в глаза, что вот на всех вот этих материалах, как будто бы, я предположу, очень высокий roughness, хороший, то есть на них прям бликов нету, они такие немножко мягко-пластилиново-пластиковые, а вот это выглядит как детская игрушка. Из-за вот этих бликов пойманных оно очень такое, ну, в общем, да, как дешевая пластиковая игрушечка. И мне кажется, что roughness на ней бы можно было тоже оставить, то есть вот этот блик я сейчас, если вот подберу, я думаю, что восприятие материала сразу изменится, да, и оно будет лучше дружить с остальными кусками сцены. А так, наверное, особо ничего я бы тут уже не менял. То есть чуть-чуть вот со светом поработать. У меня немножко тени в разную сторону получилось. Но тени не надо рисовать, надо рендерить. Он говорит, что вот там у него мир светится, и еще и солнце с прямым углом. Может быть. Поэтому тени такие нерезкие. Да, если HDRI, например, особенно если HDRI какой-то уличный, собственно, как и на улице часто бывает, что очень рассеянное, непредметное освещение. Но работа очень хорошая. Я мне отмечу еще тоже со своей стороны, извините, мне очень нравится вот этот прикол с тем, что лодка выходит за пределы колбы. Это как бы так ломает немножко, так скажем, концепцию. И мне кажется, очень интересная деталь. Да, да, я согласен. Очень-очень-очень прикольно. Интересно, как ты красил воду? Это вертексы? Вообще, мне кажется, что вертексы, да? Ты подсвечивал вот отдельные вертексы. Смотрите, сколько там интересных цветовых переходов. От прям фиолетового до голубого. Хорошее внимание к деталям. И вот на лодке тоже я вижу, мне кажется, градиент цветной. На крыше вариации. Вертексы и немного кистью, да. Да, ништяк, ништяк. Ну, то есть, вот, можно было бы остановиться просто на материале с одним цветом, а вот добавляешь градиент, добавляешь вот это внимание к деталям, естественно, это очень сильно вытягивает работу. Я понимаю, что не у всех было время, потому что это были дейлики, но очень классно. Что-нибудь хочется спросить или поедем к следующей работе? Едем к следующей? Нет. Хорошо. Так, таки.
Такие. Так, и второе место? Тати, второе место. Тати, можешь говорить. Mm-hmm. Ура, могу говорить. Ты еще и моделить можешь, я тебе больше скажу. Очень классно. Нет, хорошая работа. Вообще много в этот раз очень хороших работ, которые мне персонально нравятся. Тут есть что обсудить и по моделингу, и по рендеру. У меня есть несколько моментов. Если будут какие-то вопросы, можешь встревать в процессе. Первое, что мне очень сильно бросилось в глаза, это неконсистентность в размере деталей. Неконсистентность даже в плане стилизации. То есть я понимаю, что никто не гонится за реальным размером вещей, никто не высчитывает, что ящик должен быть 40 сантиметров в высоту, а рыба метр. Но некоторые вещи очень режут глаз, что они очень маленькие или очень большие. Очень бросается в глаза, что, например, вот этот мешок, он практически размером с эту каюту. Или что, например, спасательный круг, он меньше по размеру, чем ручка у фонарика. И то есть вот таких неконсистенций очень много в этой работе. Или что банджо размером с дверь, или что рыба больше, чем дверь. Может, это, конечно, очень большая рыба, просто у нее такие пропорции, как будто это какая-то не очень большая рыба. И такие вещи лучше стараться контролировать. То есть, например, вот эту лодку я бы смело на 100% увеличивал, чтобы она была сильно больше. А детали на ней, может, оставил бы ведерко и прочее. Оставил бы изначального размера. А больше контролировал размер очень маленьких вещей. То есть, например, вот эти фрукты, они немножко шумят, их там тяжело увидеть. То есть можно было бы прям просто в таких работах стилизованных можно себе позволять какие-то очень серьезные упрощения. То есть если вы хотите показать, что там что-то лежит, можно просто закрыть это дело все вот так плейном и вот так. И вот так вот сделать просто цветные квадратики, как будто, то есть там что-то лежит. Они не пытаться уходить, вот если помидорки, то они прям круглые, они вот прям там лежат, и их 5 штук. Усредняйте, обобщайте, увеличивайте размер деталей, особенно для лоу-поли, это очень полезное упражнение. И вообще, если вы будете делать казуалку, я постоянно своим коллегам и фрилансерам самый частый фидбэк – это проще, крупнее, еще проще, еще крупнее. То есть казуалка требует, а это, естественно, казуальная графика. Также, естественно, очень бросается в глаза, что некоторые пропсы размножены. Если это бочка, это небольшая проблема, потому что бочки, ну, они все одинаковые. Хотя тоже, вот, например, внимание к деталям. Можно было бы, что у одной бочки, там, не знаю, крышка открыта, или там трещинка, скол, или, например, одна доска чуть-чуть другого цвета. Я не уверен, может, это здесь есть. Скорее всего, нет. А вот, например, мешки, то есть они мягкие, они практически органическая форма, они очень одинаковые, и у них очень неестественная механическая форма. То есть я вижу, что это экосфера сплюснутая и вытянутая. И как я уже говорил, для лоу-поли работ не обязательно и желательно вообще не пользоваться такими примитивами. Так, то есть смотрите, сейчас я покажу. То есть этот мешок, он выглядит вот так, то есть его присплюснули, вытянули, и наверху там еще одна, нет? Ну, вроде того, да, половинка, наверное, экосферы. И то есть как бы лоу-польно ли это? Технически, да. На практике форма механическая, и ее не очень интересно рассматривать. И такие формы, их можно делать очень по-разному. Есть много разных вариантов, как сделать лоупольную форму чуть-чуть интереснее. То есть, например, можно работать бисектом. Сейчас я покажу. То есть у вас чуть более высокополигональный примитив, и вы начинаете бисектом. Так, сейчас clean outer и fill. И вы начинаете бисектом набирать какую-то интересную ломаную форму. Это, естественно, занимает время. Это надо чуть делать более вдумчиво, чем то, что я делаю сейчас. Но вы можете какую-то вот такую интересную форму подсобрать. И в итоге у вас получится интересная лоупольная, граненая форма, и она будет уникальная. Вы можете руками контролировать, как она будет выглядеть, а не машина за вас решает, естественно. Потом, то есть, тоже может там Ctrl-Shift-B чуть-чуть потянули, или, например, за один вертекс и два раза grab,
и что-нибудь сделать. Или даже если у вас, например, есть вот такая штука, вы можете ее прокатывать децимейтом или прокатывать пропорциональным редактированием. То есть, например, включаете smooth, мешочек снизу приплюснуть было бы прикольно, да, как будто они тяжелые, как будто в них там что-то есть. Чуть-чуть давайте его сейчас раздвинем. И, предположим, вы делаете sculpt, включаете генотопа, я знаю. И вот чуть-чуть помяли форму в разных местах, как вам хочется. Добавили ей полигонов. Так, сейчас я скупчу в блендере редко, поэтому не обессудьте. То есть вы вот набираете какую-нибудь форму произвольную, а потом прокатываете все это дело децимейтом с очень низкими значениями. То есть, например, что-нибудь вот такое. И у вас получается уникальная, особенная форма, которую интересно разглядывать. Потом я бы, скорее всего, естественно, эту форму как-то чуть-чуть подредактировал. Но в общем и целом, что-то вроде того могло бы сработать. Я показываю грубо, вы можете сделать гораздо лучше. И вот мусорный мешок. И такие формы, на них приятнее акцентировать внимание, они более уникальные. Если вы повернете другим боком, он даст вам еще один хороший ракурс. А этот какой стороной не поверни, он везде будет одинаковый, потому что это просто экосфера, она машинно правильная. Поэтому да, вот такое внимание к деталям, как вот к досочкам тоже проявил внимание, вот такое же можно было с мешочком и с ящиками, углы сбить у ящиков, оттащить, покрасить досочки в разный цвет. Что-то еще. А ты гуглил лоупольные референсы корабликов? Что-то гуглил, но я уже не помню, я так-то. У меня такое ощущение... Извини. У меня такое ощущение, что в референсах точно были мои лоупольные кораблики, которые я делал 20 лет назад. Ну вот, я видел, что там сбоку спасательные круги, что мачта с веревочками, вот это я откуда-то увидел. Хорошо. Что еще? Сильно мне бросилось в глаза то, что окна не светятся. Сейчас я покажу, о чем я говорю. Смотрите. Переводите в ЧБ и смотрите. И когда вы в ЧБ переведете, окажется, что рама светлее, чем окно, которое светится. То же самое с фонариком. Вот здесь окно на грани, но тоже, в принципе, не светится. Так очень часто бывает, когда вы просто накидываете материалы мир каким-то желтеньким цветом, он недостаточно светится, и ваша лампочка высветляет окружающие объекты гораздо сильнее. Помимо того, что это чуть-чуть странно, что, естественно, лампочки днем светятся здесь, и что это видно, скорее всего, это было бы не видно. Но, тем не менее, то есть обычно я стараюсь оставлять светяшки, окна, фонарики и прочее для тени. Потому что в тени, где нет света, на это все смотреть гораздо интереснее. Сейчас я покажу. Поэтому это окно я бы, наверное, сделал стеклом, потому что падает свет, и это не очень хорошо, не очень видно. Там темнее, светлее, темное, не темное, это уже решать вам. И можно было бы даже вот, я это очень тоже часто делаю, часто показываю фидбэчу, как в Майнкрафте стекло подсвечивается. Почему в Майнкрафте стекло кажется стеклом? Потому что там вот есть 3 пикселя белого блика. Все, это все, что нужно, чтобы понять, что это какая-то глянцевая стеклянная поверхность. Поэтому вы можете делать то же самое, можете добавлять блики, и это сразу смотрится как глянцевая поверхность. А вот окна в тени, они могли бы действительно светиться, но они могли бы прям по-настоящему светиться, то есть делайте это ярче, или как я показывал с огнем ранее на стриме, включайте Bloom, накручивайте мощность Emission, задавайте градиент, ну или, естественно, на постпродакшене тоже есть такой вариант, создаете новый слой, делаете его Color Dodge, открываете, отключаете блендинг автоматически, и теперь смотрите, если мы возьмем какую-нибудь кисточку, чем более яркий цвет у кисти, тем ярче будет светиться. Смотрите, берем и прям высвечиваем. Это дает и блум, и очень яркое свечение. То есть можно даже, если вы возьмете сильно яркий цвет, это можно даже, скорее всего, будет пробить в белый цвет. Но это зависит от того, насколько вы ярко это хотите сделать. И прям кисточкой это можно решать, и тогда вот прям светится. Уж светится, так светится.
Дальше. Очень сильно мне бросилось в глаза, что вода и домик одного тона, одного цвета. И, опять же, меня это путает отчасти. Мне тяжелее переваривать картинку, я бы это разбил, чтобы не путаться. То есть я это сделаю грубо. Вы можете сделать лучше. Мы сделаем replace color. И мы поменяем hue на какой-нибудь, скажем, синий. Сейчас мы все это протыкаем. Так. Так, и сейчас то, что нам не нужно, мы отсюда уберем. Так. И, то есть сразу сейчас я, мне проще воспринять, что это домик, и никакого отношения к воде не имеет. Я не говорю, что надо этим цветом, но любым другим, чтобы потом они чуть-чуть отличались. Сейчас я вижу, что, наверное, я бы еще даже чуть-чуть тоже скадрировал самую капельку, потому что картинка очень сильно тяготеет направо. Я бы слева подсобрал чуть-чуть. Дальше. Я не сразу понял, что это песок. Как-то вот я решил... Когда, опять же, миниатюры в Дискорде смотришь, нет времени разбираться особо. Можно облегчить задачу зрителю, если бы ты сделал какие-то там тоже клишированные объекты или клишированный подход, по которому можно сразу понять, что там происходит. Не гадать, не переваривать, а с одного взгляда все ясно. То есть, например, там бы можно было, я не знаю, добавить траву, зелень какую-то, как будто песок там уже переходит, например, там в лес, пальмы и прочее. Я не очень разобрался с Vertex Color, поэтому у меня получилось один. А, понял. Понял, принял. Ну, а по Vertex Color на канале есть потрясающий стрим. Да, Vertex Color штука классная, Vertex Color я люблю. То есть вот можно было бы сделать, как будто там переходит. Пару пальм там поставить, пару кактусов, пару булыжников. Грифон ну, отлично да, положил булыжники. Булыжники сразу видно, где дно, где земля. Они помогают взгляду зацепиться. А так я решил сначала, что это просто бэкграунд остался какой-то. Я не понял, что это песок. А вот, пальмы я тебе рисовать не буду. Пальмы сам намоделить можешь. Опять же, из окна, вот к вопросу о Color Dodge, смотрите, какие штуки можно делать. Даже если вы этого не сделали на этапе рендера, можно на постпродакшене, например, вот так вот сейчас выделить. И так, Color Dodge я сделал. И вот свечение от окна или еще что-то, чтобы читалось, что там яркий источник света. Очень, наверное, еще мне не хватает цветовых вариаций на досочках. То есть некоторые досочки можно сделать темнее, можно чуть-чуть их сделать другого цвета или чего-то еще. Вот опять же, смотрите, дверка, она шириной как одна доска. То есть тоже такой диссонанс возникает. Можно изменять, естественно, размеры предметов, стилизации, но надо делать это аккуратно, вдумчиво, не просто так. То есть старайтесь думать, почему у вас что-то сильно большое, что-то сильно маленькое. То есть вот если бы некоторые досочки были чуть-чуть другого цвета, какой-нибудь ритм интересный, там не через одну, а сложнее, интереснее, было бы прикольно. Ну и трещинки, естественно, да, тоже я вижу, что есть некоторые трещинки, но размер деталей можно было бы, мне кажется, увеличивать смело и значительно. Делать какие-нибудь такие побольше трещинки, чтобы издалека все было видно, все читалось. Поэтому как-то так. Хорошая работа, много здесь. Я бы еще прям вот поработал с ней. Мне прям хочется вот здесь подвиг, здесь поправить. Это говорит о том, что работа хорошая, можно было... Есть куда улучшаться, но она интересная, в нее хочется вложить силы, потратить время и прям вот последние детальки додвигать. И было бы вообще белиссимо, магнифико. Очень хорошо. Ты не хочешь обсудить? Пену тоже можно было бы сделать. Видишь, мне прям хочется. А вот чуть-чуть тут дорисовать, тут подправить. Mm-hmm. Потому что хорошая, интересная моделька. Я, кстати, вижу, что ты докинул, наверное, на постпродакшене размытие по кругу. Да, да. В фотошопе. Да, сейчас я по этому поводу тоже поговорю. Да, какую-то вот пену бы тоже было прикольно. Я не уверен, но у меня почему-то возникло чувство, что как будто везде резкости самую капельку не хватает. Давай сейчас я вот это
уже... А, точно. Неважно. Сейчас я покажу, как иногда бывает, особенно если вы сделали мягкий, короткий фокус, что задник размыт, передний план размыт. Хочется, чтобы там, где фокус, был прям четко, прям очень были хорошие, четкие детали. А мне кажется, что вот как будто чуть-чуть размыто. Естественно, сейчас тут я уже с цветами черти что натворил, но вот даже я вот смотрю на мешочек, он какой-то вот самую капельку нечеткий. Я сейчас покажу очень интересную штуку, если вы делаете лоу-поле особенно, но и не только лоу-поле. Есть такой фильтр, называется он high-pass. Очень хороший фильтр. Его, кстати, очень часто еще используют для всякого хардсерфа и прочего. Смотрите, какая штука. Ладно, high-pass. Вот такая вещь. А здесь есть один единственный ползунок. Радиус, и вам нужно поймать этот радиус так, чтобы чуть-чуть читался контур, чтобы вы могли угадать силуэт предметов на вашей работе. Вы создаете новый слой, накидываете на него вот этот high-pass, и потом вы переводите его в color. Нет, в overlay. Ну, в overlay. Да, смотрите. Вот на стриме, я не знаю, насколько это будет видно. Видите, детали прыгают. То есть было все такое... мягко размыто, а становится прям как четко, криспи по-английски, что аж хрустит. Иногда некоторые работы можно прокатывать вот этим фильтром, чтобы прям вытянуть детали. Ну и естественно, чтобы он у вас не отображался там, где он не должен отображаться. Если у вас где-то размытая часть работы, вы можете накинуть маску и убрать его, соответственно, со сторон, где он не нужен, и останется он только в центре. Я думаю, что потом в записи будет видно, как он сильно влияет и как он хорошо вытаскивает все граньки. Очень хорошая штука, всем рекомендую. Что-нибудь еще хочешь обсудить? Так, ну, да, я вроде все записал. Я, ну ладно, по мелочам это уже я потом разберусь. Я не был уверен в цвете рыбы. Там, не знаю, я что-то крутил-крутил, мне кажется, что рыба у меня какая-то странная получилась. По рыбе сложно сказать, из чего она. То есть она, да, наверное, деревянная, то есть, соответственно... Ну, я имел в виду ту, которую это, висит на... А, вот эту? Да, одна получилась зеленая, а другая оранжевая. Слишком яркий, мне кажется, теперь уже. Ну, рыба-рыба. А чтобы лучше читалось, что это рыба, опять же, почти во всей стилизации ищите клишированные вещи, помогут вам передать гештальт. Есть такое немецкое слово гештальт, то есть как бы усредненный образ того, что это рыба, на что я смотрю. И чтобы понять, что это рыба, например, был бы простой вариант отбить бошку и плавник. Потому что сейчас это одна форма, как будто ее вырезали из печеньки, да, формочка. А обычно у рыбы всегда очень сильно видно плавник и видно бошку. Например, ты бы мог вот так вот разделить, и оно сразу легче читается, легче воспринимается, что это все-таки рыба, а не печенька вырубленная. А цвет, мне кажется, мог быть любой. У меня у самого в работе там рыбы серо-буро-малиновые, на самом деле. Ну, морской волны мне нравится больше. А как понять, какой размер деталей будет более подходящий? Потому что, например, вот Я пока не очень понимаю, например, что у меня дверь сейчас маленькая, если сделаю больше, она будет мне казаться слишком большой. Типа делать остальные детали меньше, типа досок. Ну, сравнивать надо в сцене. Мне доски нравятся. Но я бы тогда все укупнял. И дело не только и не столько в размере предмета, еще в размере деталей. То есть, например, а доска огромная, очень толстая, очень стилизованная, а струны на банджо почти реального размера. Вообще проигнорь струны, не делай там струны. Сделай очень крупное стилизованное банджо с большущим грифом. Большой, я не знаю, как называется, низ у банджо, сам банджо. То есть размер деталей, или, например, вот опять же, ручка ведра квадратная, она явно круглая у ведра, но здесь она сделана кубиками, а баклажан круглый. То есть неконсистентно. И круглый баклажан, и квадратное ведро, оно могло бы сработать. Но когда они рядом друг с другом стоят, они отдаляются друг от друга стилистически, размером своих деталей. То есть усредняй. Мне ближе, конечно, ведро. Упрощенно читается, лоупольность читается. Баклажан как будто выпадает из этого стиля. То же самое, например, с рыбками, наверное, чуть-чуть перемельчил. То есть можно было бы их более сделать меньше сечений, меньше вот бевелов здесь вот. Там, наверное, 4 деления или что-то вроде того. Ну, то есть просто
Ну и какие-то детали хочется. Можно сделать на банже две струны, но очень толстые, допустим. Да, или так. Или так, да, тоже есть такой вариант. Или покрасить гриф весь просто в цвет струн, как будто они там есть. То есть по-разному можно, но старайтесь, да, держать деталь. То есть рыбы хорошие, а дверь на их фоне очень маленькая, а банджи еще мельче. То есть немножко распадается в этом плане. Еще моментик, хвост на рыбе, которая является крышей, размытый. А если бы это был реальный depth of field, то песок за ней был бы размытый, а хвост четкий. Да, скорее всего, да. Масками, то есть тоже такое можно делать в маске. Если в фотошопе сделали размытие поля, делайте его на втором слое, на копии слоя, слой потом включаете маску и подмазываете все, что должно остаться резко. И все будет как надо. Ну, а физически корректно в блендере вообще, конечно, хорошо. Там можно tilt-shift как бы делать, как будто это миниатюрная игрушечка. Ну вот я и хотел немножко блюра добавить, чтобы это казалось миниатюркой. Ну, сработало, сработало, кажется. Просто какие-то вот моменты, которые можно было сделать чуть лучше. Оно не делает эту работу плохой, конечно. Понял, хорошо, спасибо. Класс. Класс. Так, что, едем дальше? Больше нету, значит, дальше нам. Так, Таки, тебе говорить больше нельзя. Так. Кто у нас следующий? Следующий у нас вареник. Вареник, да, варить можно. Если захочешь поговорить, давай поговорим. Да, меня слышно? Да, слышно, привет. Ну все, готовимся. Хорошо. Так, сразу я уже начал делать, ничего не сказав. Хорошая работа, хорошая попытка. Много у меня есть комментариев. Ты сам, мне кажется, почему-то остался недоволен своей работой. Мне кажется, абсолютно что за... Но это нормально, это типичное состояние. Потому что у меня были, к сожалению, очень сжатые сроки, я все делал почти одним днем, и вот много очень не доделал. Такая же фигня, к сожалению, да. Я тоже последний день все делал, поэтому так бывает. Я знаю, что ты, естественно, мог потратить больше времени, но как по каким-то моментам пройдемся, обсудим их быстренько и поедем дальше. Так. Я сразу кадрирую, потому что, естественно, очень много тоже негативного пространства пустого, которое не нужно, оно неинтересное, поэтому от него можно избавиться. То есть, если бы вода еще, у воды была более интересная геометрия, как я показывал, что децимейтом пройти, скульптом, еще как-то руками подвигать пропорциональным редактированием. А здесь я вижу, что это plane, на нем очень много subdivision, и, наверное, displacement накинут через clouds или что-то такое. Да, вот. Руками. То есть старайтесь чуть больше делать руками. Крупнее полигоны, подвигайте их чуть-чуть с пропорциональным редактированием, decimate, еще что-нибудь. Было бы интереснее смотреть. Так он просто скучноватый получился. Он неплохой, просто немножко скучноватый. Та же проблема, что и у Таки, про размер деталей, но здесь даже еще немножко ярче ее видно. Вы сами, наверное, уже замечаете, что, например, вот лодка, а вот дверь. Сравниваете, то есть, или это домик для белочек, то есть он очень маленький, и это нормальная лодка, или это дом для людей, но это лодка для гигантов, то есть оно все очень распадается, то есть, или, например, размер шезлонга и размер двери, они тоже как будто друг другу не подходят. Но в основном, конечно, это лодка, поэтому я вот сейчас ее, наверное, сразу урезоню, грубо, чтобы показать, что я имею в виду. Мы ее... К сожалению, я говорю, из-за того, что я делал это прямо вот в один день, у меня, видимо, замылился глаз, я бы, наверное, это увидел. Бывает, да, бывает, конечно. Так, поэтому сейчас мы это все грубо подправим, и уже будет проще воспринимать детали. Так. Угу. Вот уже немножко как-то устаканивается. Сейчас видно, что даже еще можно было бы поджать кадрирование, потому что там снизу пустота. Еще момент, который, естественно, тоже сразу бросается в глаза, это подсветка Edge и, скорее всего, Freestyle Render, который добавляет. Это было сделано мной специально, я рендерил Workbench, там было выкручено Cavity на максимум, и это был Workbench есть режим Flat, когда объекты светятся. Все, понял, да. Естественно, это твоя художественная задумка, я не против. Можешь критиковать, я не знаю, может, это плохая задумка. Для меня, как для 3D-шника, это выглядит как вьюпорт, который им и является. Для человека, который этим не занимается, наверное, было бы
прикольно подсвеченные грани. Я не знаю, мне сложно. То есть, естественно, у меня восприятие смещено в сторону профессиональную, и для меня это выглядит как вьюпорт, а не как рендер. Поэтому... Выглядит. Поэтому я небольшой фанат этих кавити. Точнее, это не кавити, это первый человек. Нет, это кавити. Кавити, она просто может подсвечивать темные грани. Она подсвечивает как самые вот, типа, ну... А, все, я понял. Пылы, а подсвечивает еще и острые внутренние. Все, я понял, да. Я посапчу. Не подсвечивает, а затемняет. Угу. Часто, то я вижу, когда люди моделят что-то даже для экшена, даже для геймдева, и они делают эту ошибку, они во вьюпорте оставляют включенными все эти... По-английски это называется bells and whistles, свистелки-перделки, пардон, блендера для вьюпорта, для облегчения восприятия геометрии. Они помогают легче воспринимать геометрию. Это, по сути, сетка, да, на геометрии. Но в движок это перенести почти невозможно. Рендер, как рендер, а не как вьюпорт, сделать практически невозможно. Моя рекомендация все это отключать хотя бы на этапе моделинга, потому что вы можете воспринимать свою модель значительно лучше, чем она есть на самом деле, просто из-за того, что вы на нее накрутили вот этих фильтров визуальных. Поэтому, да, я бы от этого избавлялся. А цвета, то есть зеленый очень, очень радиоактивный, очень насыщенный, старайтесь зелень делать хоть... чуть-чуть желтоватый. Сейчас она в самом центре зеленого спектра. Обычно в натуральной природе, естественно, растений такого цвета не бывает. Они все чуть-чуть в желтую сторону. А размер деталей все еще меня смущает. Огромный блок. Очень маленькая дверь. И, например, столбики очень лоупольные, очень крупные. А сетка, ты сам, наверное, про нее все понимаешь. То есть технически ты говоришь, что это лоу-поли, но это как вот... Сейчас я покажу. Это было сделано доном каблератор. То есть курва на ней бевела, и она потом преобразована в меж. Ясно, ясно. То есть, ну, это как вот эту сферу назвать лоу-польной, да? То есть она мягкая, но если вот так вот приблизить, то она лоу-польная. Но так лучше не делать. То есть оно не очень хорошо работает. Это тяжело воспринимать, и стилистике это не помогает. Там детали меньше, чем пиксель. Они очень шумят, они сливаются. Разобрать, что там происходит, не представляется возможным. Делайте крупнее, проще, стилизованнее, чтобы все это было видно. Как будто ты чуть-чуть дал слабые цветовые вариации досочкам. Можно было бы посмелее. Вау, но я не придумал, как это сделать в Vertex Paint. Я просто сначала все доски объединил, потом, видимо, нужно было их разделять на отдельные объекты, мне было некогда. Или надо включать маску. Сейчас я покажу. Так, покажи. Я на стриме про Vertex Paint я вроде такого не увидел. Может быть, я допускаю. Давайте сейчас просто повторим быстренько. То есть вот, допустим, у тебя есть... Рэй какой-нибудь. Мы его применяем. Открываем Vertex Paint и красим все это дело каким-нибудь, я не знаю, фиолетовым цветом. Все, что тебе теперь нужно сделать, это в Edit моде выделить геометрию, которую ты хочешь поправить, переключиться в Vertex Paint и включить маску вот здесь. Видишь? Теперь она отдельная. Ты можешь ее как покрасить другим цветом. Ты можешь ее... поправить аддоном, если он у тебя стоит. У аддона часто, к сожалению, бывает, что на этом моменте маска слетает. Ну, например, да, сделать чуть-чуть светлее, чуть-чуть другого оттенка. И мне не важно. И вот. Понятно. Добавить. Спасибо. Добавить. Возможно, нам лучше DLK пригодится. Хорошо. Ну, а тогда больше времени. Просто, мне кажется, этой работе нужно было больше времени. Если бы ты его уделил, я думаю, что она бы была очень хорошей. И, может быть, все-таки попытаться не вьюпортный рендер, а обычный или Eevee, или Cycles. Ну, хорошо, да, я приму это к сведению. Мне, наоборот, казалось, что как бы больше мультяшности и казуальности придадут именно вот эти, ну,
И всякие эффекты, типа, ну, кавити и флэт и так далее. Ну, именно такой рендер. Отчасти я думаю, что ты прав, но... Короче, это уже из области вкусовщины. Я думаю, что можно было и так, просто непривычно. Я предполагаю, потому что я 3D-шник, я здесь вижу вьюпорт, и у меня сразу... Ой, что это, скриншот вьюпорта? Почему? То есть... Я бы это фристайлом просто делал. То есть это сохранялся, да. Сохранялся бы рендер, красивый рендер, шейдинг рендера, и при этом что? Грани бы все равно подсвечивались. Фристайл — это функция бланды. Ну, ладно, посмотрю на ютубе. Окей. Могу все потом показать. Спасибо за фидбэк. Да, пожалуйста. Я думаю, что... Ну, тут стандартные вещи вроде там цветокора, который, мне кажется, что можно было бы чуть-чуть цвета очень зеленые. Сейчас вижу, что очень блекло все, за исключением выбивающейся ткани и, ну, зелень, опять же. А так все блекло. Ну, может, вижу. Может, чуть-чуть. Ну, так часто бывает, когда проходит время, ты снова смотришь на свою работу и замечаешь свои косяки. Да, замылился. Так бывает. Но хорошие дейлики, хорошая работа. Так, едем дальше. Сейчас там человек что-то печатает. Но пока можно дальше переходить. Так, томаты у нас тут есть. Томаты я, честно говоря, не вижу. Да, видимо, нету. Ладно. Ну, может, записи потом посмотрит. Классная работа. Она мне понравилась, наверное, больше других. Даже, ну, вот, больше, да, телефона, возможно. Говорит, что это самое... Один ему рассказывал знакомый, что заказчик увидел viewport shading, и как бы ему понравилось. Но так как он не разбирается в 3D-шке, как бы вот сыграл, да, в плюс. Да, может быть, да. То есть я могу быть предвзят в этом вопросе. Это как когда я работал графическим дизайнером и делал всякую рекламу. Ты всегда в кафе или в ресторан приходишь и сидишь, смотришь, какие шрифты в меню, как сверстано, как все. То есть обычно, естественно, люди мимо крокодила этим не занимаются, а у тебя из-за твоей профессии немножко восприятие меняется. Тут то же самое. То есть я просто увидел viewport. Поэтому это можно проигнорировать. Это вкусовщина. Томаты, работа классная. Мне очень нравятся цвета. Мне очень нравится тон. Мне очень нравятся градиенты. У нее получилось, ну, прям вот, да, по цветам очень, очень приятное, необычное решение. А вся та же проблема с кадрированием, как и почти у всех других работ. То есть, опять же, по сути, что мне интересно? Ну, допустим, вот. А все остальное — это просто негативное пространство, поэтому хотя бы чуть-чуть это поджать можно было бы попытаться. Давайте тогда сначала, то есть, опять же, крюк у рыбы. Это не крюк, как это у этих рыб называется. Он очень большой, и его вписывать сложно. Я бы его точно урезонил. То есть я бы его сделал, допустим, вот так. Раз. Чтобы в глаза не бросалось. И закадрируем, чтобы рассматривать интересное, а не интересное не рассматривать. Может быть, гора чуть-чуть кому-то может быть интересно, можно ее чуть-чуть вот там подоставить и попытаться, естественно, композицию как-то собрать кучу. Ну, так уже интереснее бы воспринималось. Та же проблема с неконсистентностью размера деталей. То есть... Я сначала решил, что это какая-то корзинка. Я вообще не понял, что это такое. Потом я понял, что это лодка. И, естественно, она крошечная, очень маленькая. Это сейчас я ее еще скукожил, но она и была, естественно. Можно, как организатор, скажу. Томата просто хотела... Мне вписывалось мое задание про лодку. День третий, по-моему, был. И она хотела ее хоть как-то вписать. И, видимо, ну, это просто креативное решение. Ясно. У меня тоже не вписалось. Она у меня болталась на стропах какое-то время под домиком, но не пережила, к сожалению, была урезана, но я был
ракурса. А тут еще есть такие моменты, то есть если бы я был не в фотошопе, у меня не было такого зума, я бы никогда не узнал, что здесь есть аквариум. А что в нем рыбки есть, вообще без шансов. И шезлонг там увидеть абсолютно невозможно. И то есть, естественно, чуть-чуть шумная трава тоже проблема. То есть просто очень-очень мелко все. Скорее всего, человек увидит вашу работу вот так. Она работает даже с такой дистанции, потому что работа хорошая, интересная, есть на что посмотреть. Но все то внимание к мелочам и время, затраченное, которое потратили на эту работу, оно, к сожалению, может уйти впустую. Это очень жаль. Поэтому крупнее, смелее, чтобы было видно, чтобы было понятно. Лодку можно было бы 3-4 раза крупнее. Что еще? Я думаю, что можно было бы чуть-чуть вытянуть контраст. Смотрим на ЧБ, она вся. Смотрим на гистограмме. Видите, она вся в центре спектра, то есть нету ни очень темного, ни очень светлого. Она вся такая чуть-чуть нейтральная серая. Самое вот интересное контрастное место это почему-то вот здесь. Хотя я думаю, что в пасте вот здесь было бы поинтереснее. Поэтому контраст я бы чуть-чуть подтянул, а может даже и не чуть-чуть, чтобы было поинтереснее наблюдать. Ну и какие-то вещи можно тоже контрастом еще отбивать, что, кстати, тоже хорошее дело. Когда вы планируете работу, думайте пятнами. То есть светлое пятно на темном будет видно, темное на темном, соответственно, не видно. И то есть если у вас где-то в работе, например, очень близкие по тону вещи находятся рядом друг с другом, их тяжело воспринимать. То есть вот, например, зубы от задника можно было бы попытаться как-то отбить. Как? Соответственно, или задник темнее, чем зуб, или зубы темнее, чем задник, и наоборот. То есть, например, решили бы вы сделать зубы гораздо-гораздо ярче, чтобы они выделялись на фоне задника. Берем какой-нибудь цвет, собственно, зубов. И прям поверх. Или еще ярче даже. И то есть, вот, чтобы силуэт предметов воспринимался чуть-чуть легче. Или, например, если вы не хотите, то можно поступить наоборот. Можно, соответственно, выделить задник за ними. Ну, я имею в виду, что вам это, естественно, лучше делать в 3D-редакторе. Это я выделяю. Можно выделить задник. Я делаю грубо. Вы можете сделать классно. И каким-нибудь более темным цветом их отбить, видите, чтобы они читались. То есть просто приглядывайте за контрастом, чуть больше контраста в работе обычно не вредит. Грифону вот навредило, поэтому надо приглядывать, надо аккуратно, все в меру. Что еще бросается в глаза? Что зубы — это просто ровный круг, у которого точки к центру. То есть оно технически лоупольное, на практике все то, что мы уже обсуждали, чуть-чуть подвигать вертексы, помять геометрию, было бы очень интересно сломать какой-нибудь один зуб или загнуть его, тоже было бы интересно, возможно. А очень много делений на некоторых вещах, то есть, например, количество делений по этой плоскости у крючка хорошее, он стилизованный, лоупольный. А в то же время зачем-то вот здесь промежуточные деления. Их очень много. Он очень круглый. Можно было бы сильно это урезонить. Я бы травы сделал сильно меньше и сделал ее не партик. Я думаю, что это партиклы или geometry nodes. Прям руками. Здесь кустик поставил у грани домик. Здесь убери. Читалось бы, что это трава, но так бы сильно не шумело. Можно руками, если есть время. Не у всех есть время. То же самое с хвостом. Форма хорошая, форма интересная, но очень детализированная. Лоупольность практически не считывается. Слишком подробно. А так очень понравилось. Вообще по цветам прям круто. Как-то вот тон горы, задника, всего какое-то настроение прям у работы есть. Мне кажется, очень-очень недурно получилось. Как-то так. Я так понимаю, вопросов не будет, раз томата не здесь. Да. Ну что, какие-то еще вопросы есть? Что-нибудь хотите обсудить? Да, мы хотим обсудить твою работу. А ее нету в папке. Расскажи и покажи. Потому что вопросы были. Да, сейчас, секунду. С технической стороны пробегись, как делал, что делал, зачем делал. Сейчас, наверное, у меня микрофон совсем умрет, когда мы пойдем в рендер, но...
Что поделать? Так. А, я выкладывался. Покажи сначала, как оно выглядит. А. Да. Я выкладывался вне конкурса, потому что я думал, что я буду делать paint, но на handpaint у меня не хватило ни времени, ни сил. Как и многим другим людям, не хватало тоже времени, поэтому остановился на цветах, может быть, когда-нибудь докрашу, но это, естественно, заняло бы ужасно много времени. У меня это получилось в 3 дня, то есть я начал с блокаута, как очень часто я начинаю работы под рендер, я делаю сразу яркий источник света, темные тени, и смотрю по пятнам, по контрасту, чтобы все это разбивалось, то есть я стараюсь изначально быть готовым, как по тону у меня будет разложено. Потом я добавил деталей, все еще с тем же принципом, то есть все еще яркий источник света, по тону я разбираю, и потом дорисовать остаток совы. Как-то так получилось, потому что это был 3-й день. Ты можешь подробнее рассказать, ты красил как? Сейчас я открою файлик, посмотрим. У меня была целая гора референсов, я сразу придумал, что это будет космонавт, который разбился где-то на планете, и он вынужден рыбачить, чтобы найти себе пропитание, поэтому для хэдпейта у меня было много-много референсов, классными всякими декалями, со всякими очень интересными вот такими штуками, которые мне хотелось везде добавить, везде нарисовать, но не судьба, к сожалению, поэтому ограничились на этом. А, значит, собственно, геометрия тут очень простая, ничего такого сложного, интересного здесь нету, оно все немножко как в меме про Гомера Симпсона, с стороны рендера все нормально, а тут вот так. Но для рендера, естественно, можно так делать. Ничего в этом страшного нет. Красил я вертексами. То есть вы уже все знаете, что я использую этот пайплайн. Он мне очень нравится. То есть просто яркие цвета, много градиентов, контраст старался выдерживать, чтобы все это интересно выглядело. Сейчас у меня прогрузится рендер. Рендерил я в Eevee, real time. Больше тут особенно никаких фокусов нету. Кроме того, что у меня один источник. Нет, я потом доставил, да. Ну, самый главный у меня источник света один, это вот этот, который идет наискосок. Еще я чуть-чуть подсветил слева, чтобы хоть какие-то детали были видны. И я сделал обводку. Обводка делается следующим образом. Вам нужен материал для обводки. Выглядит он вот так. Это материал Emission. То есть он светит ровным светом. И задняя сторона нормалей. Geometry. Backfacing. Она делает прозрачный, накладывает шейдер. И в настройках шейдера убрать тени и сделать альфа-клип, да. И потом вы накладываете модификатор Solidify. У него вы делаете Normals Flip. И делаете офсет материалов на 1. И, соответственно, вся геометрия становится флипнутой. И на нее накладывается следующий материал в очереди. И, собственно, все. Я этот модификатор наложил на все объекты, которым, по моему мнению, нужен трим. Мне кажется, что такой подход значительно лучше, чем фристайл рендер, потому что у вас гораздо больше контроля. Например, фристайл бы обязательно вот здесь мне сделал. Вот здесь сделал обводочки все. Там есть контраст, там бы появились обводки. На внутренних... Ты можешь назначить те эджи, где тебе нужен фристайл. Но в целом я согласен, потому что на фристайле сложнее регулировать толщину конкретных предметов, обводки у конкретных предметов. Да, еще часто бывает, что фристайл дает контур тоньше, чем 1 пиксель. Он такой тоненький, уходит туда постепенно. И мне кажется, это добавляет шума. Поэтому такой подход нравится больше. У него есть свои минусы.
кое-где он делает вот такие вещи. Близко, если приблизить, это видно. Далеко — нет. Ну и, собственно, все, тут никаких больше фокусов нету. Разве я блокировал себе свет? Смотрите. Я сделал себе материал. Вот он, блокер. И он точно так же. Он, с одной стороны, обычный шейдер, principled, а задняя сторона нормальная, и она у него прозрачная. То есть, видите, geometry transparent. И у меня вот здесь, если включить modcap и выключить backfacing, вот здесь видите вот эти штуки? Сейчас я покажу. Если их убрать оттуда, они блокируют свет. То есть, например, мне очень нужно, чтобы шлем космонавта белый был на темном фоне. Мне нужен там контраст, чтобы это читалось. Поэтому я туда ставлю этот plane blocker, и он мне делает вот этот, вот эту тень. Или, например, вот тут мне свет был вообще не нужен, потому что я хочу леску выделить и вообще ритм сбил. Точно так же, видите, я туда ставлю этот plane с этим материальчиком и затушиваю те места, которые мне не нужны. И, собственно, все. У меня здесь блум небольшой с материалом, как я показывал, для огня, с эмиссионом там 8 или 10. И, собственно, все. Конечно, было бы прикольно это все перевести в реал тайм, загрузить куда-нибудь на пап, потому что крутить такое приятнее, но это достаточно много времени. Но по тону, практически, я думаю, что я выдержу. То есть, если... перевести в ЧБ, то, в принципе, моя изначальная задумка с тоном, она очень близка к финальной реализации. Тени, скорее всего, стали сильно светлее, чем на этапе блокинга, но близко. Инстаграмку покажи. Потому что с какой-то стороны кажется, что она слишком ровная. Хотя ладно. Всего по чуть-чуть, то есть все доходит почти до полного черного и кое-где почти до чистого белого. Ну, такая средняя, обычная гистограмма. Блин, ну здорово. С блокировкой цвета, конечно, света, это прям изящненько. Лайфхаки, да. А на некоторых местах я вообще оставлял просто материал рима. То есть, например, у меня вот эти всякие проводочки... Я их просто оставил чистого вот этот цвета обводки, вообще без деталей, без всего, потому что и так нормально, мне чисто силуэт от них был нужен. Ну и собственно, как... обводка у тебя же тоже не черная, она зеленоватая, нет. Да, такая немного? Да, сейчас я покажу. Она вот ну, достаточно яркая, честно говоря, она даже вообще не близко к черному. Ну и как-то вот тоже старайтесь чуть-чуть внимания к деталям, то есть там вот я какие-то цветовые вариации чуть-чуть добавил, там что-то здесь разделил, вот как-то так. Так, тогда мы потихоньку заканчиваем. Если вопросы какие-то есть, задавайте. И я постараюсь ответить. Про... обводку можно еще и делать в композиторе. Короче, нужно альфу накинуть на нее блюм, ну, в композе. И не получится обводка. Но ее сложно контролировать, если только не раскидывать по рендер-лейерам. Я вот много лет работаю в блендере, композом не пользовался ни разу. Ничего там не делал. Вообще про него ничего не знаю, поэтому не рекомендовать, ничего вообще прокомментировать не могу. Тебе не даст композ того же эффекта, потому что композ тебе, условно говоря, обведет просто слой. То есть тебе придется раскидывать каждый объект и там еще шаманить. Ну, в общем, слишком много. Проще в фотошопе. Ну, или так, да. А можешь, Алекс, напоследок просто сетку показать? Ну, в диспозе. Интересно, из чего оно состоит. Ля какое. Ну, шлем, конечно, лоупольный, да. Мы это обсуждали с Грифоном. То есть, что можно, что нельзя использовать, решает каждый сам. Мне кажется, что можно использовать разные шейдеры, разные материалы. И даже smooth shading,
но на выходе заиметь лоу-поле. То есть это очень тонкая грань. Для дейликов ее всем не объяснить, и это все вкусовщина, поэтому каждому свое. Мне кажется, что оно не выбивается. Не, на самом деле оно не выбивается, и в каком-то отношении шлем еще дополнительно за счет округлых форм притягивает на себя больше внимания, то есть центрирует как раз таки его. Да, ну и вот по композиции. Я говорил, что дефолтная композиция по третьим. Вот, собственно, видите, у камеры у меня включен Composition Guides, Thirds. И вот у меня, видите, перекрестие. И это обычно самый легкий, самый дефолтный вариант уравновесить композицию. Поставить главный объект туда. И здорово. Всем спасибо, кто участвовал. Крутые работы. В следующий раз давайте еще. В следующий раз я буду в конкурсе, чтобы никто не расслаблялся. Поэтому... Давай, да, я хочу тебя в конкурсе. Делай его. Давай, вот. Поэтому давайте в следующий раз подтягивайтесь, участвуйте, заходите к нам на сервер, присоединяйтесь. У нас весело, у нас много активностей. Ссылочка будет в описании. Да. Давайте. Ссылочки на портфолио Алекса тоже будут в описании. Спасибо. Если кто захочет, можете глянуть, посмотреть.